Осень 2020 года обещает быть богатой на культурные события. В сентябре откроется новый международный фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время». Он пройдет сразу на нескольких площадках – в филармонии, в Театре оперы и балета, в Театре драмы имени Горького. Открытие состоится 12 сентября на площади Куйбышева. Огромный подарок, наверное, для всего города, для жителей Самары. Это Open Air на площади Куйбышева. Прекрасный концерт, открытие фестиваля 12 сентября. Такие имена, что их тут называть, Эльдар Абдразаков, Сергей Безруков, Екатерина Мечетина, Лаврик, Мочелова. Ну, в общем-то, все великолепные имена. Ну и, конечно, наш с вами любимый маэстро Михаил Александрович Щербаков. Международный фестиваль завершится в день рождения Дмитрия Шостаковича 25 сентября. На сцене филармонии выступит Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Театры в Самаре были закрыты в марте из-за пандемии коронавируса. После ослабления ограничительных мер площадки откроются с 1 сентября. Но работать будут по определенным правилам. Продолжит действовать масочный режим, для зрителей обязательно будет социальная дистанция. Мы вводим рассадку в зрительных залах с условием социального дистанцирования при рассадке 1,5 метра от зрителя, если речь не идет о семейном посещении, о семейных группах до 3 человек или о многодетных семьях. Свои двери для зрителей уже 17 августа откроет Самарский театр оперы и балета, где пройдет концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Зрителям необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События.